Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть в мини-титанов! Ребята, всем привет, у нас мини-титаны, мы продолжаем наши приключения по городу, и сегодня собираемся открыть звездочку следующую, но перед этим сейчас зайдем в магазинчик и посмотрим... И испытаем свою удачу. Да, посмотрим, что вам выпадет здесь. Денег у нас предостаточно. Кстати говоря, чем мы будем делать, когда у нас денег не станет? Не знаю, зарабатывать их. Да, где именно мы будем не зарабатывать? Знаю. Вот это интересно. Интересный момент, ребята. Так, мы по максимуму затарились. А золотую можно купить? Да, можно золотую. А, у нас уже полная корзина. Ладно, хорошо, покупаем, смотрим, открываем. И, ну, понятно. Спиди нам выпал. Так, голова киборга. Ну, кто-нибудь новенький. Рейвен. Все понятно. Но! И киборг. Еще. И... Леди ножка. Леди ножка, желатую заберем. Купаем что? Да, 8000 у нас осталось. Скупили, ну, ребята, страшно. Весь магаз. Весь магазин мы скупили. Все, что ли? Нет, еще можно купить. Ну, все, покупаем, короче. Да, все, что есть, все купили. А, полный, даже одну не можем взять. Даже одну купить не можем. Сейчас мы попробуем продать все барахло, которое нам выпало. Старомодные силки у нас есть. Опа. Здесь что? Вот, слушай, у нас Бэт Робин уже третий. Третий золотой, да? Да. Надо тюнить его. Так, пчела справедливости есть у нас. И еще одна пчела зачем справедливости. Зачем нам столько пчел справедливости? И еще одна пчела справедливости. Нет, суперсилки. Отлично. Давай попробуем продать. Вот если мы их сейчас всех продадим, блин. Вот тут возьмем... Не будем продавать. А что мы с ним делать? Будем тюнить. Давайте пчелу справедливости. У нас их так много. Давай возьмем наивысшего уровня и протюним ее. И будем как раз поиграем за нее. Мы играли уже за нее, ну давай протюним ее. Улучшаем. У нее первая способность будет улучшена. Вперед. Ну, смотри, как хорошо. Ну, конечно, у нее должна сейчас скармливаться. Просто заходите не по-детски. Оба-на! Так, по уровню теперь отпускаем. Подожди. Способность усовершенствована! Так, бах-бдыщ! Пробой щита. Ничего себе, неплохо. Ну да, типа того. Если против силки играть. Ну, либо ждешь, когда он закончится, этот щит, либо можешь пробить его. Так, где она еще у нас есть? Вот она, пчела справедливости. Дальше. Ну и в чем проблема? Пчела, где-то еще у нас есть пчелочка? Да, ты думаешь, есть? А вот еще одна, смотри, 6-го левака. Всех скармливаем. Ничего, сколько у нас пчел-то, а? У нас целый рой реально был пчелок этих, можно было их продать и кучу денег заработать. Ну ладно, мы решили качать так качать по полной. Да, все, больше нет. Больше нету, надо выбивать еще. Ой, что-то у нас, смотри, три аж этих джинкс, да? Это или да, забыл. Да не надо. Да я не собирался. Ладно, пошли на пляж открывать нашу еще одну звезду. Да, ребята, у нас сейчас утро как раз должно настать. Вот оно уже скоро. Побежим-ка на пляжик. Тихо. Да стоп. Да. Отправляемся. Ой, надо, наверное, через люк идти. Да, отлично. И ждем денек, когда наступит, и нам откроется возможность звездочку. Слушай, кстати говоря, вот этот брат Рейвен, да, это же брат Рейвен или кого там? Братан? Да, который в этом ведре лежит. И что с ним? Что он там лежит до сих пор? Интересно. А что ему еще делать? Не продумали, недоработка, ребята, недоработка. Ему нравится быть водичкой просто. Он кайфует, в ведре себе лежит. Ну, и... но мне кажется, это, ну как, сделали бы какое-нибудь продолжение, там что-нибудь ему найти или дать мороженку, например, заморозить его. Так, мистер Мяу. Что-то у нас много каких-то сообщений, но вроде как задание из этого. Ну, ох, мелочишку пособираем пока что. Отлично. Слушай. Ну что же, по соточке капает практически, да? Да, так и накопим еще на фигурок. Найти сосисок. Сосиски. Да вот мы на подходе к сосискам, ребята. Ладно, хорошо, ждем. Опа, день, ну. Заблестело, ну-ка. Еще один раз. Где сосиска-то спрятана? Она, наверное, еще ниже, да? Слушай, а здесь нет сосиски. Нет сосиски? Нет сосиски. Ребята... Не, может быть, когда откроется, будет сосиска? Не знаю. Чтобы мы не залайфхакились.
Не знаю, не знаю. Странно, обидно. Ну ладно. Ну ладно. Что ж. Сосисочку-то нужно даже сдобыть. Не по делам это без сосиски ходить. Конечно. Ну-ка поехали в Лигу Справедливости и посмотрим на нашу пчелу справедливости, да? Пчела справедливости должна в быть. В Лиге Справедливости. Вот это круто. Так, перемещаемся. Быстренько двигаемся к нашей лиге. И мы готовы к сражению. Отлично, ребята. Отлично, сейчас попробуем, как мы ее вкачали-то, а? Сейчас будет всех выносить по-любому. Думаешь? Да не знаю. Со своей бабахой бдыщ? С бабахой и бдыща. Так, мы, кстати, вот этого не пробовали. Симора еще. Убираем Робина, да? Пока что он нам, я думаю, не нужен. Ну, пока что да, убираем. Так, и мы кого мы берем? А, пчелку нашу. Пчелочка справедливости наша. Все, пчелку взяли. Роботизированно брат по крови. Тоже мы убрали. Давай еще кого-нибудь возьмем, кого у нас не было. Слушай, а мамонта мы с тобой тестили мамонта? Вот он нам был слева. Еще лево. Вверху. Да, по-моему, да. Но давай еще раз его возьмем. Мне кажется, да, что-то у нас было такое. Ну, давай еще раз накапливаем такая часть. Ну ничего, да, давай возьмем, может, прокачаем его. Так, ну что же, мы готовы к бою и понеслась. Поехали, ребята, обычная дверь. Ну-ка, что нам выпадет? Вафельки! Ай, вафельки, как они тоже мучают эти вафельки. Так, пчелку взяли. И взяли еще одноглазого циклопа нашего. Симора! Да, наверняка есть Симор из мультселенной, из этого у нас, правда, ни одного этого Симора нет почему-то. А может и нету, откуда ты знаешь? Ну, у меня все есть. Практически. Каждого персонажа есть из мультика, из мультселенной. Ой, из мультика. Это так, черепашка. Так, понеслась. Бам! О, неплохо. Хоть здоровье можно будет когда-то получить. Еще атака и жучары нет. Слушай, а почему у нас 11? Мы мощь прокачивали, что ли? Да. Мы прокачали мощь, у нас из 9 превратилось в 11? Да. Вот это да, ребята. Нас радует. Ну что, вот она, эта пробафная способность. Зачем? Непонятно. А что, она всего 4 наносит удара? Ну это же пчела, урона. Ну что ты хотел от нее? Давай очень посмотрим, слабенько. Давай Симора посмотрим. Ой, первая способность. О, смотри, ужасная. Накапливаем. На 4, он так долго тужится ради этой способности. Опа, радуга. Да. Ой, а мы уже вынесли. А, это снимает воздействие. Понятно. Короче, вот такая вот штука. И последняя способность у нее какой-то сморчок. Ну да. Так, быстрая плазменная атака. Чем проще, тем лучше. Но только она не быстрая, потому что нам нужно накопить уйму. Просто уйму энергии. Да не, нормально. Давай. Но, глаз! Ух ты как, залетел, а? Слушай, у него 24 хпшки, ему вообще, мне кажется, до... Еще и лечится. Да ужас какой, а? Так, ну что ж, ну сейчас-то мы ему 11 точно выбьем, он как раз накапливал какую-то способность себе. Отлично. Но, давай, ну вот ты хотел в прошлый раз, чтобы мы превратились вот... А вон у нас есть массовая атака в конце. Да, сейчас используем. Если он, конечно, не подвижется. Ай! Восстановили себе здоровье и... Ну, запускай. Бочечку, а? Ну, 11 неплохо. И 10. Ну, неплохо, да, согласен, усыпляем. Усыпляем, возвращаемся обратно в нашего. И на 11. И добиваем. Да, ребята, мы же прокачали без боя первую способность, и он без потери шкалы превращается в обезьянку. Хотя там не особо шкала-то и тратится, да? Да, согласен. Так, ну ничего, мы вкачаем без боя, мы хоть в нем и разочарованы полностью. 11 дамага, но... Можно бы посмотреть у нашего героя последнюю... А, мы с последней способностью смотрели. Кто у нас там? Пчелочка. Пчелочка, да? Пчелочка наша. Я что-то не понял ее последней способности. Мы слушай, ее мы смотрели. Мощность, а слушай, мощность увеличена. А ей хватит 11. Давай, я там накапливаю. Опять накапливай, смотри. Бам-бам-бам-бам, 3 и победа. Отлично, ребята, шикарно просто. Кстати говоря, в следующем видео мы сыграем все-таки сложную дверь. Используем лайфхак. Да, сейчас посмотрим, как да, сейчас посмотрим, как там сейчас сложились все обстоятельства. Ребят, пишите, какие ваши любимые герои, как, кого нам еще сделать обзор, кого у нас не хватает и где их забрать, и где же их взять. Да, и где их найти.
Ну что ж, ребята, у нас осталось немножечко до нашей золотой фигурки. Мы используем лайфхак, поиграем в сложные двери. Это уже будет в следующем видео. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на два наших канала. И до скорых встреч в новых видео. Всем пока! Пока, ребята!